Сейчас насчет ГП нахуй. Такой небольшой мод сурвайвала, по сурвайвалу хочешь, расскажу тебе, блядь. По сурвайвалу, в боевых условиях. Ёбаный в рот. Стригся, теперь с меня волосы сыпятся. Хуёво. Хуёво, блядь. Весь телефон, блядь, засыпал и плыву. Седжу, ты тут? Седжу, ты тут? Сижу. Да тут он. Седжу, сними голову, пожалуйста. Ебать. Тебе? Ебать, а у него что, голову? Не, на персонаже. А, понятно. Мы просто разглядываем раз и всякие. У него ночнорождённый. Хотим посмотреть на нос. А я думал, у него голова отстёгивает. На нос. У вас Петер, блядь, какой-то? Куда-то шёл. На нос? Макс, ты что там опять под пивом? Я тебе говорю, что тебе шесть восемь. Ебать, у меня зандалар красивый, нахуй. Да, нахуй. Или у него не снимается вот этот капюшон. Ты смотри, какой у меня тролль красивый, нахуй. Вообще ебать его, рот, блядь. Походу у него так и выглядит. Ну, не знаю. Ну, всех приветствую. Делай, короче, у него маленький. Слав, ты срез сегодня будешь делать или завтра? Наверное, сегодня. У меня такой. Да, лук. А чё? Завтра новая КД, срез сегодня. Это этот, драконорожденный. Реактив. Я думаю, Лингрен, тебе надо там что-то с этого по шмоту, с келя? Он не ходит в дрова. Сейчас гляну. Я думаю, может, и лем у тебя. Так а хули мой лем, блядь? Лемы сейчас не дамажат, но. Ну, РДД все равно попросить не Мелика будет. Мелик просто висит в воздухе, не бьет келя на последней фазе. Ну, плащ. Плюс вставалка. Все равно заберет. Плащ хулидринг, да? Наверное, но... А, ну и двур, короче, на трансмог. Двур? Какой трансмог? Он, скорее всего, такой на ретрик. Камертон. Там он ретриков дохуя. Блядь, я тоже ретриков. Бля, ебать там плащ на меткость СПДшный, просто охуенный. Там Авилания, хулидринг, карник первый. Ну, типа, я не знаю, сейчас это... Пошли, ебанём. На кого первый? Не знаю, плащ танка и консула мне нахуй. Давай, короче, спускайтесь, бегите, короче, в стороны там. По-моему, Центурион контролится сейчас. Юля, работаем. Пускай поспустится пониже, там патруль сейчас идет. Еще нет. Дай, Макс, как роли. Вот я одному Центуриону кинул корни, блять, а че вы... Не трогайте их. Вот пускай один там стоит наверху. А вот этого надо грипать. Того не трогайте, пускай я в корнях подержу. А у нас хилов нет. Подхиливайте, лемы хильте. Нихуя ты придумал, блять. Ну типа хотите сдохнуть? Хиль, давай, хотите сдохнуть? Сейчас сдохнем. Хотите сдохнуть, не хильте, блять. Я вот себя подхиливаю. Я типа этого в корнях держу, пока вы это завешите. Потом его ебанем. Отойдите оттуда. Ну все, короче, не буду больше корни на него кидать. Ты чё, вставалку поюзала? Я бы БР дал. Как дела, Ваня, блядь? Да я в пиве. Тебе покормили, а меня в курсе уже перестало. Интересно. Стойте, не бегите туда, ни Юли, ни Агри. Есть, ману надо пить. Я проспался, мне просто 2 часа нахуй. Да, я продукт столик. Вот так вот рыба. Где там продукс? Набрать жратвы, чтобы жрать.
сюда вареники. Если слышали, как воет, тыкает на тату каждый раз, блядь. Он голодный, он тикнул, там север где-то, блядь. Он никогда твою не берет. Я, ну, короче, да. Нихуя не понял. Ты когда ты, ну, микрофон включаешь, в то время, когда тыкаешь, блядь, на столик с едой, ощущение, что ты мышку пытаешься сломать. А, ну я пиздец, быстро тыкаю. Ну. Левого корни кидаю. Оп. Че, я на шамана? Ну, да ща, погоди, дочистим до келли уже. Войт такой чисто понтанулся, но я быстро тыкаю. Так, а в смысле, пускай он танчит, типа, а че нет-то? Да, блядь, кулидринка это получше получится. Ну, в плане, не знаю. И в бабу он кидать будет больше агро. Чтобы и сифилис, ну, у нас да. Не бегал, хуйней не занимался. А ты спокойно дамажил. Плюс вставалка есть. Ну, класс хороший, в принципе. Я, короче... Блядь, я корни еще раскинул на левого. Так что не гриппайте левого, если правый будет, то... Готовьтесь отбегать лучше, отбегите сейчас. У вас стан дал. Станом сбивается? Да. Только салом? Магический офис. Нет, салом не сбивается. Офис, стан есть, может кидать. Типа роги, таурены. Без нарезать. Короче, пары. Вот центурион, вот этот череп я корни сейчас кину. Блять. Корни кинул, остальные хуярим. Пускай он там почилит корня. Что я уже заебался? Натуре. Всем привет. Здорово, заходи. Че, корни пройдут? На Сауром. Окей. В отряд чистите? Типа? Да. Это... Ага. Чуть зергаем было быстрее. Ну я доволен. Моей комнате обуи поклеил. Так, кинул еще корни следующему. Остальные хуяли. Теперь можно будет пару дней отдохнуть. Все, вышел с корней, там, смотрите. Что там у него действует. Можно даже немножко по-другому сделать. Леха пойдет на шамана. Помазека в танка. Блин, да что ж ты все в танках хочешь, бичей всяких. Шо ты бишь, блядь? А шо ему... В танке... В ДД, блядь, 14к. Ну... Блядь. От него только забрать этого, блядь. Ты хочешь, чтобы сифилис так же бегал и хуйней занимался вот этой, что он сбавляет? Да пусть бегает, какая разница, там не требовательно к ДПСу особо. А он... Он бегает только на... Первый два раза бегает. А потом ну Феникс так-то уходит. Можно. Так-то можно, я не против, блядь. Пиздец, еще и оскорбляет нахуй, пал, блядь. Пиздец, пал. Нахуй. Вот это, блядь. В натуре, блядь. Инквизитора сюда дайте. Ну, опять. Блядь, ты его танчить хочешь посмотреть, он подыхает, он подыхает, блядь. Так я в ДД, блядь, что? Шо в ДД, шо в танке, блядь. Они пизде, блядь. Шо с валаниром? В натуре, блядь. В натуре, Вольт, когда реализация валанира будет? Я понял, блядь. Наверное, когда фул Т5 залутает. Когда на ДЦ2 когда руку из трусов вытащит нахуй и перестанешь сейчас все есть. Ты кому говоришь? А пахну я. Я сам собой. А. Походу, это... С лакибупсом знаком, блядь. Чё? Какие бупс? Чё? Я сам охуел. Он просто словарик открыл. Кринжарик, ёпта.
Пассив. Диспаун. Так что, кстати, мы будем бронзовое осваивать или что? Осваивать именно и будем. Ну, Келя сначала убей, блядь. Сначала Келя убей, открыли. Заханыч. Да туда, блядь, можно и без Келя нахуй сходить, ёбаный в рот, блядь. А нахуй я туда идти без Келя? Ну там пиздатые кольца, плащики падают. Ты закончи одно дело, локатиться. А тут начинай потом 5. Другое. Там пиздатые плащи и кольца, нахуй. Ну вот и катись туда, нахуй. Ну и покачусь нахуй, что, блядь? Покатись, блядь. Тебе, блядь, на шамане Т5 надо. Нахуй тебе кольца не дадут ДПСа, блядь, с плаща. Да какой Т5, блядь? Ты мой приор видел? Я его сам срал. Через неделю. Так это твой приор. Так вот именно, ты не кольца, не плаща, ты не получишь, что у тебя тогда? Эгоист, колеса. Я понимаю, что убьем мы Келли, это будет 4 куска с каждого КД падать. Ну, только воронки надо как-то мутить, покупать. А воронок 6. Ресничка 3, все, и гомоосека. А сами вставайте и бегите, ага. Мы тут рядом лежим. Я блин, уже набегался, спасибо. Опа, Войд, чуть не обрыгался. Хуя себе, блядь. Блядь, из могилы просто вытащил. Натуре. Ой. Ой, Сержа чуть не обрыгался, кстати. Да. Смотри, Милик чуть не обрыгался, Милик. О! Потеха. Ёбаная всё. Вот затем резал тебя. Волки, блядь. Пиздец, что за кринж? Ёбаные волки. Чё, собрал, то и получаешь, что? Ёбаный. А ты, бля, какой орёл такой, пати, бля. Ну, понял, нахуй. Как корабль назовёшь, так он поплывёт, ну. Наш катится на дно. Слёзы войдут. Наш не катится, он просто стоит. Нет, он просто катится. Хорошо, когда стоит. Это террорист. Я вот на квартире забыл закрыть балкон. Надо уйти быстро, минут 10-15. Ой, не прыгай, подумай. На... А можно ладно. Мне там чарку? На энчан. Горелки. Блядь, ты там от шквала хоть отойди, ты гомосек ёбаный. Ты чё-чё? Ты, блядь, даже не захиливаешься. Гомосек ёбаный. Ну, по факту, как бы, а чё? Делаем моча. А, ну да, блядь. Ну все понятно. Там рецепт, короче, на югу. Можно мне его? А, уже забрали. Понял. Че, где Шелфир? И МВП Хант. Ладно, пошел я, короче, на шамана. Хилый матч. Ладин, да. Пусть если что, тут, короче, будет. В инсте. Рвало. Жопу. Кого знает? Ну, чё, все, воронки пофармили, ро? Да, ну да. Попи его доспать. Минус 5. И рарника нет. Рави сейчас придет. Через 15 минут? Ну, 10. Тире 15. Ну, тире 30. Тире 15. Да вчера так же собиралась. А тебе тоже тире 20-40. Собиралась, скажем так. А чё мне-то? Я здесь. Пока не сумоньте, я сейчас до аукциона. А чё я сижу? Ты заткнись, когда дамаж будешь больше, тогда чё-то вякай. Я тебя понял. 4-5 отдел бичара. Сейчас сколько тела разнашу. Вот смотри, блять, долгоиграющий да. Ход нахуй. А я Т5 одену. Я когда кикнул Седжу с этим, с Катрисией, они карифанами стали. Типа, я то есть объединяю людей. Кумечи, он охуел. Сердце за любовь нахуй. Иди лучше сам поменяйся, дурачок. Тури нахуй. Видишь, какие карифаны. Мы с ним и не карифаны, и не враги, и мы просто рофлим. Я ты понял, охуел. Блядь. Ты разбил мне сердце. Хуярь его за это. Я тебе еще и голову разобью при встрече. Пошли лапик. Мне кажется, это высшая любовь, блядь. Чисто по вечерам лупаемся. Вот и обсуждаем.
Блять, кого еще кикнуть, кого там по это подружить нахуй? Себя кикни сначала, начни себя, блядь. Ну, туре. Себя надо... кикну, я себя может... ни с кем не подружу, надо с кем-то. Получить. Если ты хочешь что-то менять, начни себя, блядь. Со всеми своими твинами. Если твинов кикать. Дай лидерку, тебя кикнут сами нахуй. С удовольствием. О, ты кикнешь? Сэджу. Сэджу. Я мой лидер кодом. Надо мне лидер. Понятно, нахуй. Вот видишь, ему не нужна лидерка. Я скину ему лидерку власть, на Юлю. Нужна. Вот Юля решит нахуй все вопросы. Разрулит. Молча. Натуре. Чисто и быстро. Просто наемный убийца. Агент 00 Вилаша. Может сразу кик. Мне нужен прогресс, я слишком много сидел на Миша освоении. Миша Мутик, Валера Мутик, ладно, был Лаван бы состав Мутик. Один и тот же, одинаковый каждый раз. Заебали. Дабы люди не менялись и понимали, что делать, чтобы состав сыгрался. Но состав постоянно меняется, и освоение каждое КД происходит. Люди не едины, состав не сыгран. И как надоело уже каждое КД видеть новых людей. Мне хотелось бы постоянства, чтобы статик 25 был статиком... Два. Это и быть может, блядь, что ли, блядь? Поэт нахуй или кто? И в количестве двух-трех не более. Это кто писал? Нормальное дело, поддерживаю. Тут снова придется вариться, пока рейд по ТГС выровняется. Люди наберутся и так далее. Сейчас научится читать нормально, поймем. Потому я это предлагал, кто? Что ты пойдешь писал, не то... Третий класс. А, это Славик. Не то, блядь, я не то открыл. Чтоб жили мы ровно нахуй. 75 слов в минуту. Молодец. Норм меня разжаловали. Вот это прям как Седжу писал. Норм меня разжаловали. В общем, ладно. Всем спасибо за игру и за рейды. Я пойду дальше своим путем. И меня интересует намного больший прогресс, чем мы могли себе позволить. Меня интересует. Ухожу даже прогресс. Не к Ване, а просто на поиски ги, закрывающий ЗС, ОКО. И для освоения ОС. Что такое ОС, не знаю. Всем это хорошего такое настроения, всем спасибо. Да? Обсидиановая сетка. Это так, это наброски в блокноте, блядь. Ебать транквил, гандун. Это Слава Ливать собрался уже. Заходит в гильдии, чтобы потом так ливнуть, да? Шкаф поставьте за сумоне. Посмотреть, как Седжу воевать. Это что было? Это что обычно челики пишут, когда уходят, блядь. Ну, по факту, как говорится, переросли дальше. Даже у меня такого текста не дождешься. Седжу напишет ББ нахуй. Слава тоже когда-нибудь переросли. Седжу нихуя не напишет, он, блядь, если ливнет, он, блядь, просто, блядь, удалится с плани. Слава маленький зовух. Не-не-не, я знаю, что Седжу напишет. Я понял нахуй. Я напишу так. Ты нихуя не напишешь. Котенка бы отдал, навсегда бы верность бы приобрел. Сука, котенок нахуй. Да, это Катриси. Не на тех, верните котенка нахуй. Вот он. Скач. Опять Синтек с девушкой играет. Синтек, хватит там девочек, блядь, совращать. Синтек, ну-ка давай, блядь, подпряги их там, блядь, и реги фармить, лотос и сквер. Вот подал котенка, человек даже не будет. Какие тебе реги, старый хрыш? Иди расу делай полезную. Ебал я эти расы, понял? На Дэдди сидит, скидывает фир. Смотрите, я без фира бегу. Ебал я нахуй все остальные расы. Вот длиннее было сделал. Это трансмок Катриси. Мне эти расы нахуй никуда не уперлись, блядь. Ну да, как и раскидывать пати нормально. Чего нет, того нет, нахуй. Все делаем андедов, пацаны. Андеды только. Минус 30к, да? Нормально. Как раз будем... Зато без фиров побег. Похуй. Прикинь, какой буст антифиры всем. Да ты посмотри на эту минусову нахуй. Какой там антифир? Это, получается, шаманы могут обычные тотемы какие-нибудь ставить, а не трепета. Мне так нравится, как это сало скачет. Вот, это про тебя еще. Нравится. Я понял. Скачанное, ты посмотри на это. Осуждаю, бля.
Что там, на Агли секс осудил? Мужской, да. Так, блядь. А женский не осудил, да? Гамазек, танка, спекайся, блядь, заебал. Спекайся морально, подготавливайся так вот. Ну, блядь, серьезно, нахуй. Из-под лоб потягает. Я, кстати, да, в дискорде Сируса читал, что Войт написал, что он обучает. Ну, чему? Чему обучает? Вопрос такой, подожди, к чему обучает? Не, он прям, типа, сейчас я даже найду. Чему обучает вопрос, блядь? Он на РТ обучает, вот. Войт? Брехун, блядь. Еще и деньги берет. Так. РТ Сибирская, нужны Ты чему-то обучаешь? Вот, честь, есть обучение танков хилов, подсказываем ДД, как играть. Есть видео на Ютубе, гайды. Тактика и веселье ждут вас. Скобочки нет. Восклицательный знак. Это кто пишет, Войт? Ждет боль и страдания. Стоп, это пишет Войт, правильно я понимаю? Да. В скобочках за каждый тактики слаг ты... и веселье. В скобочках за каждый слаг ты будешь... Тебе будут говорить, что ты бич ебаный. Тактики и веселье. Человек новый в рейд приходит, просто пулем босса. Ага, спрыгни, говорит, с обрыва. Ну, блять, мне спрыгнуть. Просто интересно, нахуй. Ну, хочешь лучше сделать, делай, бери, ебать. Нет, вот этот пиздёж там, нахуй. Охуел. Как так там ты не обманывал людей? Как это там, знаешь, кто, это чем тут лучше, я критикую. Ну критикую нахуй, и предлагай, и делай, блядь. Я предлагаю. А критиковать так я не может. Претендую на звание Рэл, я просто предлагаю. Ну еще, блядь, предлагаю, блядь, хуй знает. Что ты предлагаешь? Ни разу не видел, блядь. Ходишь, блядь, предлагай, не наебаться. Тебе уже 100 раз все люди предлагали. Ой, блядь. Так что делал? Да, он на Продакс. Кто это сделал, блядь? А Продакс, он под босс. Ладно, я кому бы кинуть выйти. Диван, блядь. Ой, блядь, Хэлло, кинь. Кого спасти? А, походу, мы сейчас я здесь вообще здесь. Почему? Первый раз, нахуй. Когда ну, все, пока, пацаны. Продокс запулил босса зачем-то. Угу. Вот, сейчас выбежит Аландрет, вот через 2 секунды. Сейчас пизда? Ну да. 4, альтернатива. Вот 4, 4 холмы, понимаю. Я бы не сказал пизда, ну. Пиздарики, я бы сказал. Ой, а чего он больше стал? Больше стал? Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Это мой новый крем, блядь. Крем, блядь, деревянный. Смегры, ты там, ну, блядь, прекращай. Блядь. Шо же он стал больше, блядь? Такой чудесный крем купил, блядь. Бля, вот. Тебе крема за 8 тысяч рублей. Бля, вот, хватит. Кринж, да. Вот такой, да у меня без крема все нормально. Отстаньте. Ой, что упал. Иногда, да, иногда не стоит. Теперь упал, к сожалению. Хуёво, когда упал. Теперь упал. А почему комбат-то 5? Что это? Секунду назад. А Продакс там бежит, а нам Локи просто в стену нахуй запускает босса. Он там стоит. Он там бежит куда-то. Хорошо, когда стоит. То есть он просто стоит и ждет? Да, ждет, когда на него сядут. Это не бля, что новая девочка в гильдии или чуть-чуть? Нет, да, это у Синтека там. Кому что догонять? Это у Синтека там. Но... Да они про тебя говорят. А кто мне ник сбросил? Я не понял. Где мой генерал Катрисия? О, комбат сбросился, заебись. Просто Даня. Блядь, просто Даня, нахуй. Ну это мой никнейм вообще. Ну ладно. Охуел, что ли? Пиздец, судья, блядь. Я нахуй меня мышку зажала. Извините. Смотри, у меня кнопочка, ты, ну. А где ты лежишь, блядь? Ох, ебать ты. Изменить никнейм. Елем, нахуй, извините меня, бога ради. Да вставай, бля, хуля, беги. Тебе нравится? Бля, вот, хватит, хватит. Что? Да убийца в зале. Что происходит? Опа, опа, опа. Да, к сожалению.
Я понял, ну. Нет, не гомосятина, блин. Просто, да, просто. А что ты сразу голос-то поменял? Просто легкий. Я вас, блядь, попрошу за гомосеков. Ну, сразу подстроился, да. Тут есть амбассадор гомосеков, поэтому как бы попрошу не выебываться. Попрошу не выебываться. Саня, как давно ты стал амбассадором пидоров? Моя с рождения, блин. Сколько его? Понял. Это, сколько? Как говорится, не знаю, 7 от 20 плюс-минус. Тонатосе. Мелкий, 2, вот, ну, я, да. Мелкий, он еще у него маленький. Маленький. У меня 19. Мне 19. За счет детей. У меня тоже 19, в этом году 20. Мне 18. Получается сюда. Дань, тебе лучше бы не выебываться. Ты, блядь, катись нахуй отсюда на своей коляске. Ты-то пизды получишь там нахуй. Ты свою аватарку видел, блядь? Ебать, как я отвык от этого. Просто нахуй пизда, я в ахуе. Голова заболела, да? Да пиздец просто. Кто о чем нахуй? Друг на друга накидывают, я ебу нахуй. Не, аватарка заходит, конечно. А что не так? Что с ним? Нахуй. Блядь, что персональное, а что нет? А что не так с моим аватаркой? Да нет, все нормально. Что не так, блядь? Ну, а персональная фотокарточка? Конечно, конечно, персональная. Я уже прям что-то... Я на этой... Мы фрики. Я на этой... У меня стоит. Пришел чисто за мясом в очередь, а там 16 бабулек стоит, обсуждают что-то. Я на этой фотокарточке пьяный в говно, нахуй. Поэтому мне было пофиг, блядь. Фотокарточка, ебам, у меня так бабуля изъясняется. Фотокарточка. А что не так? Хорошая же фотокарточка, блядь. Фотокарточка. Алая толстоголовка. Сразу понятно, не фото. Ну ладно, если я скажу пикча, что? Тебе больше понравится? Пикча, нахуй. Блядь, нахуй. ПНГшку. Саня, убери меня, свой луч. Убери. Нет. Это я одеваюсь, я сам. Это анальный конец. Вот межвидовой, это кто это? Межрасовый пол. Заяц, олень и... Не знаю. Чё, Катриси? Ты там зоопарк перечисляешь или чё, Макс? А, питомцы. Так, как крыся, где? Как крыся. Мне нравится питомцев Максима смотреть. Зато у меня вот Мордаунт есть, блин. Кстати, сейчас Мордаунта вам покажу, нахуй. Во, нахуй, ебать. У кого мордаунт есть, нахуй, в пэтах? Ни у кого, нахуй. У меня есть. Нет у тебя. Кто самый большой, Макс? Уверен? Уверен. Опа, я выжил. Ах ты, сука, ебаная. Получается, если я достаю мордаунта, ты мне 15к даешь, да? Нет. Да, из-за того, что у меня нет 15к. Ну, даешь тогда все свои деньги. Ты хочешь меня? То есть... Тебе что-то 100 голды дадут? У тебя не 100 голды, что ты врешь? 100 у меня, сколько, по-твоему, у меня, блядь, голды? Пускай в пати хилов будет. 150. Ладно, хорошо, не 100, 158, нахуй. Вот, нормально? Классненькая штучка. Вот это? Да. Ебать, откуда у вас... Ебать, от мордаунтов наплодилось, нахуй. Где Гоша, блядь? Смэк. Это вообще босс. Сейчас они соединятся в большого и будет челик Фредди. Это из тюрьмы Толгородца. Давайте Power Rangers, нахуй, объединяемся. Зови разбийник. XXS? Ну да. Это типа самый маленький. Ну да, маленький разрушитель. Опа, а ты что там делал, Войд? Ну-ка нахуй. Я снова с вами, ёбаный гоп. О, Кровис. Привет, Рома. Роман. Привет. Рома не наш Рома? Не, не наш Рома. К счастью. Почему? Не знаю. Почему? В смысле не наш Рома, блядь? А кто? Не наш Рома, ну ладно, я пойду тогда. А чей, блядь, Рома, нахуй? Бля, я вообще ебу нахуй ситуация. Там сидит, короче, Макс 19-летний, почти 20-летний. С ним Чикуля 18-летний, они сидят в Вовке, что-то, блядь, рассматривают.
Пиздец, блядь, чекайброки, блядь. Нет бы, блядь, на завод пойти поработать. Надо пока время занято. Ебать, нихуя пожелание. Ебать, просто, блядь, да. Я боюсь, что тот, кто пошел на завод, то может быть с пожеланиями. Сразу видно, кто будет работать. Мне тоже эта киска нравится. Ой, блядь, вот сиди, блядь, дети, не приставай. Ой, блядь, ты чё нахуй? Ты чё нахуй? 18 есть, нормально. Ты, блядь, старый уже, Кити 18. Кстати, вы знали, какой это возраст согласия в Японии? А, повысили. 10. 15. 10. Шкаф ставьте. Да ебать, вот одна и та же фраза, нахуй, шкаф ставьте, ебать. Так ну, а ты больше не нужен. Притон нас использует. Так локи для этого и нужны, чтобы шкаф ставить. Шкаф, лапка на босса, все, погнали. Что это за две черные? Кость, а мне кого держать? Расскажи. Ты хочешь, без хэпала? Или что, куда вела, не это убрал? А ты хочешь 4 хила? А не люблю не хил, блядь, а шп. Ах ты. А тут место для шелфира. А Костя, Костенька, расскажи. А можно за Андалара и Ридара впать? Сколько немного? Сколько кисок можно приманить? Вот сейчас убьешь Келя, слышишь, Мурлок, нахуй. Убьешь сейчас Келя, и сколько кисок можно приманить, представь, да? На прогресс. Ой, блядь, остановись уже. Просто окно в аудитории открываешь и кричишь, я убил Келя. И просто пиздец. Я убил Келя. Там просто двери снесут. Это, у морали есть же, да, проходка? Вот это ящер РП Ханта. Вот он. Это не ящер РП Ханта, а его киск. У морали убита эта хуйня? У нас обезьяны есть еще? Да, у нас много питомцев. Это что, побил? Да, обезьян у нас много. Это. 23 человека. Да, какой-то бобер. Я хуй знает, бить. А, я это... Это надо офить, нахуй. Макс. Моментально. Я офну, блядь, у нас... Рыб еще не начался, он просто... Макс, Синтек. Я. А у вас любовь или вы дружите? Дружим. А любви нету, да? Не, но он братишка мой. Я понял, нахуй. А ты его сестра, получается. Инцез, да? Младше. О. Было бы странно старше, старше. Это... Куда еще младше-то? Я вот думаю, пулять без шелфира мораль взять или не надо, нахуй. Ну, можно попробовать. А где Ваня? Сказал, не, хуй знает. Так, может, подождем шелфира? Сколько вы там ждать? Да, может, ровно 24? Нет, дай масло и... А шо, а баночки дадут? Сколько? 4 человека умерло, и мы почти убили. Ну, нам, да, не хватило ДПС чуть-чуть. Когда? Сейчас? Вчера. Вчера. Вчера 6 человек умерло. Глеб, ты чё? Вот. А тут одного не будет. Фласки, ну, давай, фласки. Всё равно. Какие фласки, блядь? Ещё одно тело надо. Я тебе поставил, дедуль, сундучок. Сзади тебя прям ровно, вот, ты ровно жил. Ровно жил. Глеб, говорю, ты чё кидаешь? Чё? Кого кидаю? А шо, крест? Я каску. Я крест раскидал уже. А фласочками, фласочками поделятся? Хуясочка. Свои? Ага, Мазек, ты просто раскидешь. У меня 5 штук есть. Мне кого даже скажу? РДДшные, обмен кидайте. Кому обмен? РДДшные. Вадикон. У тебя хулидинг есть на миликов? Есть. У нас есть вдоль меня масло? Есть? Я не успел никуда сделать. Я еще одно тело надо. Че, хулидринг куда за милишный? Спасибо. Все, я свои раздал. Спасибо. Опа, это что такое? Сильваны. Я знаю. Ой, ебать, трек кайфовый заиграл. Нихуя, она еще и певица. Угу. Так, помили еще. Выглядит крипово.
такой же Ведьмаке играет. Ну, похоже. Кто? Трек. Но похуже. Надо говорю, еще кому-то лучше, я говорю. Похоже, похоже, похоже. Я включаю музыку из андерграундов. Ну, мотивчик похожий. Да, мотивчик. Ну, а чё вы ржёте, блядь? Ладно. Включаю трек Speed Me Up, нахуй, мы должны убивать его, нахуй. Или перемены в полидринке. Пусть играет, пока не убьем. Давай, это, Войд, Войд, стой, без рога. Да? Можешь тактику в двух словах? Вообще посох стоит поднимать, если у тебя ВХ или нет? Конечно. Так, а что делать с посохом? Нажимаешь стоит. На себя его и все. Почему на друидах нет каски? Да не только на друидах. Мы сейчас собрались пулить? На всех нету. Ну, получается так. Да, хули для разогрева надо, блин. Если че, ромбик... Давай тогда ДКшника возьмем. Он в группе. Ну, надо взять кого-нибудь. Вы объяснили танку, что делать ему? Блин, а можно Сильван как-то убрать? У меня своя музыка играет. Музыку просто в игре убить и все. Еще раз шкаф. Speed me up. Вон этот. Сифилис также. Сифилиса нету. Тактику гамасеку, пожалуйста. Что меня делать? Луну в луне. Спасибо. Бля, ебать, как он на первой фазе. Вообще, я бы не спекал его, потому что он не словит Феникса, нахуй не среагирует, и Феникс людей положит. Вчера вот был момент, когда они плохо резнулись. Ну, прям очень плохо. Так что спекайся в ДД, блядь. Так что я бы рекомендовал нормального танка. Рекомендация от Войда. Я просто жду момента, когда танков не будет, и будет только один Саша, нахуй. Не было выбора. Да. Я просто вот хочу это, блядь. Ну, я не знаю, как он будет держать. Там 2-3 Феникса накопится, блядь, его и пробивать будет. Он и послабее одет. Еще, ну... Не, просто поэтому у нас танк... Чего? Сегодня у нас 5 дроидов. Фениксов вообще не бить или что? Не, не почему? Будем. Ханты... А, вообще не будем? Ну, ну типа их не бьют, портышки. Так, давайте, портышки, блядь, значит, притон ПКД на Войда кидаешь, а констебл ПКД на Вадикона. Они просто танков потом сбреют и все, блядь. Так, ну вставалки есть 5 штук, нормально, в принципе, из баблов у нас 4 бабла есть. Вот. Баблы до контроля сделайте так, чтобы крылья это не прожали, чтобы баблы... Прям сначала босс или на определенной так, фазе кинуть СС? СС? А сейчас кидайте. Сейчас кидайте. И потом по КД. Объясняю тем, кто здесь не был. Первая фаза выходит... Слава Луне. Короче, это самое, не надо вот это все рассказывать, это все сейчас будем смотреть по ходу дела. Ну, сейчас вайпнемся, нахуй, охуенно. Ну, вайпнемся, значит, ну, научимся по ходу дела. А рассказать, и чтоб сразу до четвертой фазы дойти, нет? Это время. Да просто вкратце, смотрите, ромбик отводится в ромбик, нахуй. Луна танчится в луне, блядь. Луна накладывает фир, нахуй. Шаманы ставят тотем трепета, блядь. Квадратик танчится в квадратике, блядь. Милики, смотрите, аккуратнее, он кидает бомбы, нахуй. Бомбы ваншотят, блядь. Да, танчишь. Звесточет, блядь. Бомба раньше метров 5-6. Ты сейчас, Заломаныч, не рассказывай всю тактику. Мы сейчас будем бить вот ромбик. Я не хочу вайпаться. Он не танчится. Ну, блядь, придется. Он кайтит. Он выбирает каждые 10 секунд случайную цель. Нужно идти в сторону ромбика сейчас, кого он выбирает. Милики, я не сказал, что он танчится. Милики, если он 5 секунд за целью пошел, то отходите уже от него, то есть не бейте. Потому что если выберет вас, а вы рядом с боссом, босса бьете, он ебанет вас. Сейчас будет луна. Луна идет в луну. Сейчас не бейте, на пульте 3 на пола на... А, на холидринка не надо на поле. Похуй, можете бить. Хотя с таким количеством агро можно было те двоих танчить, чтобы сифилисом не отвлекаться. Ну похуй. Пускай так будет. А там все равно нету таймера на первой фазе, какая разница?
него уже берса идет, когда он появляется. Типа. У нас особо мы в это не упираемся. Сейчас баба будет. Ренжу держим. Ренжа 10 метров между собой. Ну, он ее сам поставит, я думаю, да? Отойдите. Это сейчас, а на вторую ты забери. Я на блес. Да вы не подходите к ней. Никто не подходит. Да это она этих. Рарник, съебись от меня. Она мобов толкает, расслабься. Это она видишь, петов. Петов хуярит. Рарник моб. Да я вам говорю, она петов хуярит. Я тебе. Я тебе еще раз говорю. Че вы это? Давайте. Пофлудеть долго будете? Говорю, рарник стоит и в миле, блядь, бьет ее. Там и без рарника она врудолаков откидывает. Докажет. Бомба 2 секунды. Отбежали. Панцирь не спасет мораль. Отбегать нам. Там радиус 6 метров. Бомба. Под ногами маленький кружок. Ну, это как вот этот розовый кружок нарисован на полу такой. Они потом заново эти все 4 чела реснутся и агро. Будут сильнее. Сейчас никто не бейте, дайте агро время набрать. Ой. Ты чё, сука, блядь? Вы дураки совсем, нахуй? Просто лужу положил. Нахуй ты её положил, блядь? Отслеживайте на пол, ёб твою мать, сколько я вам говорю? Бараны, блядь. Я не люблю щиты, как убила. А так, нахуй, из-за тебя, блядь, убила. Из-за меня? Да, блядь. Пиздец, блядь, в ахуе. Как вам? По приколу лежать? Все, падайте. Я ебал такую хуйню. Заново нахуй. Так что я сделаю, если бы стол не прощает? Так вы ждите на пул, потом выливайтесь. Сокрушение, вон. Заходим в топор все, заходите. В одну точку сбегите. Я разнику говорю. Не бегайте никуда. Из-под боссов выбегите. Из-под босса выбегите, вон, в центре умирайте. Уж меня напулили. Сука, отойди оттуда, вот где... Где квадрат нарисован? Туда, в центр комнаты. Отойди и жди, блядь, 10 секунд агро, пока наберут. Вы что такие, сука, ебанутые-то, блядь? Нравится лежать сдохшими? У нас БРы, блядь. Мы отдадим вас БРы и потом сдохнем, нахуй, на пятой фазе. Будет весело, нахуй. Что непонятного сказано, сука, не бить, нахуй. Значит, съебитесь. Чтобы влиться в трэш, нужно подождать, пока я напулю в танка и крутану пару вееров хотя бы. Секунд 6 точно. Это важная колбаса. Все мобы сагрились на танка, а потом уже можно вливаться. Луку сразу стан. Нужно облизнуть твой пупок. Луку сразу стан там даешь. Или у кого там что, глушащий какой выстрел есть там, блять. Потому что он, если в рейд поворачивается, он стреляет, этот залп дает. Чтобы он на танка эту хуйню давал. Два танка там стоят, а уешат. Три на пула на пулеву. Секунд 6 ждете, и потом только идете туда бить. И все мобы станятся, контролятся. Кидаются корни. Новая, если по рейду на миликов кидается, не диспелится она. После этой фазы все оружие лутают. Там мы их быстро убьем. И одеваете оружие. Если посох одеваете, его используйте на себя. А на четвертой фазе он будет резать всех этих мобов. СС, если что, КД. 9 минут. Или на третьей, блядь. На третьей будет резать. Этот ган вообще обязательно делать, не? А посох что делает? Ну, этот... Дезориентация не дает. Тебе не надо, да, ничего, да, на КТА одевать. Ну что, это, ну это фул хуйня, кинжал будет вместо крытохранителя. А, это... А мы тебе не надо ничего одевать. Ну и заебись. Хэлла одевает на левую. Улак дайте. Как он называет? Посох? Думаю, посох, наверное, Хэлла одевает. Ну, срарник быстро бегает. Но ты если дезориентацию от бабы получишь, ты 10 секунд ничего не будешь делать. Не, тебе надо посох одевать. Мейс одевают шаманы. Вон два шамана и хэпал. Все три хила одевают. Щит танковский. И... Я просто щит заюзаю, и на меня ничего не подействует. Щит 4 секунды действует. Щит от фера. Да, он сейвит. Посох 15 минут висит. Типа ты его юзаешь, когда взял, и тебе до конца боя хватает этого юза. Ну ладно, попробуем посох. Коты и мишки ничего не берут вообще. А нахуй этот ган нужен?
Он там так, косарь 300 СПД ДПС дает, дать, ты не потеряешь, даже если у тебя будет залупа ебаная, а не ДПС. Расскажешь про то? Ну что поделать. Потом они резнутся все одновременно, после того, как оружие оденем. И вот надо будет сначала ромбик убить, который там будет возле ромбика. Парарнику пристабав дайте. От ромбика также бегаем, весь рейд сначала ромбик бьет. Сифилис пойдешь на бабу, это на сифилис частицу. Равист, ты где?